Ростовская область. Запускаем транспортные проекты. Под таким слоганом составлена экспозиция нашего региона на открытом сегодня в Москве форуме «Транспорт России-2023». Транспортные инвестпроекты области и перспективные направления развития – это готовые взлететь воздушные шары. Балластом на них – высокие процентные ставки по кредитам, инфраструктурные ограничения, дефицит кадров и так далее. Для взлета все это нужно сбросить, а поднимающим теплым воздухом станут льготные кредиты, налоговые льготы и другие преференции. Ростовская область несколько лет подряд остается лидером по объемам дорожного строительства в России. Мы на этот форум привезли рекордное количество за всю историю проектов, которые мы здесь представляем. Это проекты более чем на 240 миллиардов рублей. И за этим проектом стоят те масштабы большой модернизации, которая у нас происходит в транспортной отрасли. Делегацию Ростовской области возглавит Василий Голубев. Регион представит проекты для пассажирского автотранспорта. Тут и новый автовокзал «Центральный» на месте старого аэровокзала, первую очередь которого запустят уже в следующем году, и замыкающееся в 2025-м Ростовское транспортное кольцо. Есть проекты в рельсовом транспорте, электрическом, с зарядной инфраструктурой и возвращение через 30 лет водного с Валдаями и метеорами. Все это должно стать формируемой в стране бесшовной, то есть максимально удобной для всех транспортной системы. Главная тема крупнейшего ежегодного форума – «Россия-2035 к новой экономике транспорта». Здесь рассмотрят вопросы развития инфраструктуры, перевозок, логистики, цифровизации, безопасности, а особый акцент в нынешних условиях – на развитии международных транспортных коридоров и формировании устойчивых цепочек поставок.